Всем доброе утро. Мое утро не совсем доброе, потому что вот это вот Шкода натворила. Он, видимо, поел и пошел на подоконник погулять. Пришел на подоконник, неосторожное движение, и горшок на полу. Мало того, иди отсюда, иди, не растаскивай, не растаскивай. Мало того, что он перевернул цветок, он еще, видимо, здесь порылся и повалялся, потому что земля по всей квартире. Вот в зале там просто все в земле. Он отсюда притащил ее. Сейчас буду убирать. Ой, кошмар, столько дел с утра, и вот это вот непредвиденное, незапланированная уборка. Она меня, конечно, маленечко обескуражила. Ну что ж делать? Мальчик мой поиграл. Ладно, буду прибирать. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Ну вот, сегодня опять дождь. Вчера жара, сегодня дождь. Посмотрите, как они любят сырую погоду. Повылазили со всех щелей. Их просто тут великое множество. Я вот боюсь, как бы на них не наступить. Ворона Петарио. Я вот всегда, знаете, с детства смотрю на вот этих червей. И мне всегда кажется, что им холодно. Вот представляете, какой сейчас холодный асфальт. И они на нем валяются. Ползают. Вон сколько повыползало. Куда направляются? Неужели им нравится под дождем лежать? Я вообще сегодня сапоги напялила. Надела сапоги, потому что люблю, как я уже говорила, чтобы мне было уютно. А если такой дождь, я просто приду вся мокрая, забрызганная. Зачем оно мне надо? И я решила надеть сапожки. И вы знаете, на улице так прохладненько, свежо. Ну, утро, во-первых. Ой, вон они. И тоненькие, и толстенькие всякие. На улице слежу, и вот, ну, хорошо. Зелень такая вся проснувшаяся. Дождик поливает ее. В общем, нарядилась я в сапожки и чувствую себя вполне уютно. Под зонтиком, в сапожках и даже в шарфике. Вот так вот. Какие у меня планы на сегодня? Даже не знаю, какие у меня планы на сегодня. Но, вы знаете, меня манит в ЦУМ. Я тюмачечая, да. Меня манит в ЦУМ. Я думаю, что там опять какое-нибудь новое поступление. 2 дня же уже прошло. И вот думаю, а не съездить ли? Не полюбоваться ли камешками? Вот. Все такое помытое, чистенькое. Ого, брызги в разные стороны. Не знаю, как я сейчас буду через дорогу переходить. Там, наверное, лужа. Красиво. Цветы переехали через дорогу. Хорошо, спасибо, будем знать. Смотрите, какой розовый тут красивый. Сейчас по переходику перейду. Такая я довольная, что догадалась надеть сапожки. Так мне сейчас уютненько. Просто красота. Иду под зонтиком. В лужах мой зонтик отражается. Вот это мой зонтик.
Спеть, что ли, вам что-нибудь? Птички щебечут. Лучше птиц никто не споет. Я уж помолчу. Трава по пояс. Посмотрите, как быстро выросла трава. Сейчас все лето будут жужжать газонокосилки. Все это будут скашивать. Ну, вот представляете? Реально по пояс. Мне по пояс трава. Тут вот ее скашивают, наверное. А может, она тут такая мелкая растет. А здесь она вообще... колоситься.